350 работников и руководителей всех подразделений производственного объединения «Маяк» вместе со своими семьями приняли участие в спортивном празднике, посвященном 70-летию градообразующего предприятия. В параде открытия фестиваля спорта приняли участие все коллективы физкультуры «Маяка». По традиции впереди колонны шла команда-победительница спартакиады прошлого года. В 2017 году состязание выиграл коллектив физкультуры «Авангард». И в этом году работники химико-металлургического завода вновь близки к завоеванию главного приза спартакиады. Заместитель генерального директора производственного объединения «Маяк» Андрей Порошкин и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Максим Чубенко. Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков тепло поздравили всех физкультурников и спортсменов со спортивным праздником, посвященным юбилею первенца атомной отрасли России. Храняя традиции, меняя будущее. Ну, это здесь и видно. Во-первых, традиции сохранены. А будущее, вот оно здесь, в подрастающем поколении, в том числе очень много детей, то есть пришли семьями, участвуют, опять же, уже семейными командами, по сути дела. Поэтому вот это будущее, оно вот спортивное, живое, правильное, здоровое. Мы его здесь видим и думаю, что так оно все и будет. Сегодня здесь прекрасный спортивный праздник, который проводит «Маяк». А спорт он всегда объединяет. Поэтому это настрой такой людей на развитие, которые работают над собой и, естественно, улучшают окружающую среду. Внимание! Было жарко, солнце через край, а состязания на легкоатлетических дорожках, в гиревом секторе и на футбольном поле будто добавили еще несколько градусов в атмосферу бескомпромиссной борьбы между коллективами физкультуры. Ведь соревновались участники спортивного праздника не на интерес. Команды-победительницы и призеры получали медали и кубки. Позитив, хоть что-то в городе происходит. Начинается. Я думаю, таких побольше на праздник. По мини-футболу. Чтобы было интересно. Команда молодежь. По традиции спортивный праздник открыла королева легкой атлетики – эстафета 4 по 100 метров. Победителями в первой группе стала команда коллектива физкультуры «Авангард», во второй группе – коллектива физкультуры «Сокол», в третьей группе – коллектива физкультуры «Энтузиаст». В шведской эстафете и среди мужчин, и среди женщин не было равных коллективу физкультуры «Авангард». В гиревой эстафете сильнейшими в своих группах стали коллектив физкультуры «Знамя» и коллектив физкультуры «Водник». В ударах на точность, в футбольные вороты удача была на стороне команды основных подразделений, а в мини-футболе – коллективу, который возглавил Максим Чубенко. Перетягивание Канады победили богатыри «Союза», а в веселой эстафете – коллектив физкультуры «Сокол». Thank you.